Как человек приходит к вере? Ну, это по-разному. Кто как приходит к вере? Но чтобы прийти к вере, человек прежде всего должен увидеть бессмысленность всей той пустоты, суеты, кутерьмы, в которой он живет. До тех пор, пока он не ощутит этой бессмыслицы, встал, выпил чашку чая, на работу, там та-та-та-та-та-та-ту, пришел опять, то здесь, то неприятность, то скандалы, то телевизор, да, то спать, опять встал. И так без конца идет. Господи, да для чего я живу-то? Чушь какая! Сосед умер. С чего? Говорят, и ничего был, кажется. Там трагедия. Начинается с того, чтобы человек увидел, наконец, что эта жизнь вот такая, без веры в Бога, без веры в вечную жизнь, это сплошная бессмыслица какая-то. Суета бессмыслица. Ждут праздника. Хоть посидеть, хоть выпить, и, да, поболтать. И опять дальше. И так идет крутня из года в год, из десятилетия в десятилетие. Когда человек увидит это, увидит, наверное, задумается. Как Пушкин писал, помните? «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» Вот, оказывается, вот это один из таких моментов, которые действительно для разумного человека являются достаточно сильным, я бы сказал, позывом к тому, чтобы обратиться к вере. Многих обращают трагедии, когда умирают дети, например, или трагически кто-то погибает из близких, любимых людей. Вот я, например, знаю, у которых отец умер, и как они, люди, совершенно равнодушные к религии, вдруг сразу заинтересовались, да, начали учиться, спрашивать, читать и так далее. Разные есть причины, но главная причина в конечном счете все-таки увидеть, что сама по себе эта жизнь, то есть вот этот миг жизни, он бессмыслен. Если нет Бога, нет вечности. Бессмыслен. Все оканчивается. Пролетает день за днем, и так пролетает жизнь. И что дальше? Ужас какой! Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть, как говорит атеизм, да? Ох, какая радостная вера! Меня ожидает вечная смерть. Ужас какой! Мороз по коже. И вдруг я слышу, верь, человек, ты не скотина, тебя ожидает вечная жизнь, а не вечная смерть. Вот так многие приходят к вере.